ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни и скандалы, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни, ссоры, сплетни и скандалы. Здрасте, здрасте, друзья мои, здрасте. А с вами блог Сплетника. Сейчас я вам расскажу новость маленькую, которая мне очень вкусна. Очень вкусная, ай-яй-яй-яй. Вот, друзья мои, дед все подпишет. Ой, шляпочку нужно. Правда, новый нету, красных нету, синих тоже. Короче, дед все подпишет. Не хочешь зайчик, никаких обоев на стены. А хочешь вон картину, чтоб с древней веку, не намалеваны кем-то, а настоящая из тех веков. Да, где ее заразу взять-то? А хочется очень антиквариатных, да, да. На всю стену, тупой зайчик, тупая твоя картина, будет стоить тупых твоих денег, как вся твоя пятиэтажка. А Колька, то реально проговорился, Колька! А чья это коробочка? Юлькина? Такой вопросик стоит. Да не, наша, восклицательный знак такой, ух. Помнишь, я салатик покупал? Ну и это оговорка, конечно же, кур не убеждает. Ну просто дружит мальчик, и усю тут. Ну просто вот такая нежная мужская дружба. И спят они вместе, тоже исключительно из дружеских чувств. Да, друзья. 12.15 пишет. Коробчаночка, Натали пишет. Бендер картину рисовал на кораблике, может, сетки технику перенять. На всю стенку картинку нарисовать, ширину размерчик приличный, получится. Кукочка широкенький, руки в стороны. А там что хочешь? Ой, а там что хочешь? Хочешь руки бери, хочешь пиписик, хочешь попи, хочешь носи. Главное пространство стенки рационально использовать. Ой, привык подбираться, мозгами не хочешь шевелить. Спасибо. Джипши подпишет. Наталья ответ. Пусть ту Луду из Урланта вызывает. Ой, ведь она мало то будет, что швея. Ай, швея-юрист, как выдающаяся украинка. Так еще и выдающийся хуёжник. Ай, пусть она их там пальмы с маками намулеват под старину. Ну, всю стену. Ой, Светлана Векова пишет Джеку Шепоту ответ. Урландская кобыла на сябскиной квартире не остановится. Всю пятиэтажку на планетной разрисует вот такими маками большими. Джек Шепот пишет ответ Светланке. А подъезды будут в черно-белую полоску. Да здравствует дурдом. Господи, Иисусик. Ой, как хорошо. Ой, тут вот столько написано, друзья. Вот еще Марчевелла пишет. Почему Самвелий, его публика до сих пор не понимает, что до сих пор он не понимает естественных отправлений, изображений, болячках, которые, конечно, найдутся. У всех надо умолачивать, не рассказывать посторонним людям, подписчикам на ЮТ, не вылезать с этим перед зрителями. Кто из блогеров это делает? Тут не уважают себя людей, да, и не чадить чужие чувства. И просто вызывает отвращение. А кто хочет это смотреть и слушать, и даже с удовольствием со смаком, то это извращенцы, садомасохисты. Или просто дремучие до мозга костей существа, часто колхозного лапотного происхождения. Ой, люпины. Столько пупов образовалось у осла после отрезания жиропуза. Или что, неужели так интересно, сколько кот Самуэля насрал и насикал? Господи, это вам и нужно? Или каким светом его мама насрала или накакала? Боже, это вам что интересно, друзья мои? А не складная тракторующая кобыла? Господи. Боже мой, простите меня, держите меня, семеро козлят, бог ты мой. Бляха. Девочки, мальчики,
Тут так написано. Стопудовые бидоны. Ну зачем показывать стопудовые бидоны? Ой, господи, рыбьи глаза из-под очков. И прочие прелести. Превратили YouTube в помойку и цирк уродов. Так может это так или надо? Людям мозги подпудрить и стирать. Извилину вперед, друзья. Ой, боже, не могу. Вперед, друзья. Тра-та-та-та-та. Г-г-г-г. Сейчас кобыла про свои аборты опять расскажет. Господи, это такой... Ладно, я так не хотел смеяться, вот. Так не хотел, а то сейчас с меня еще пародию сниму, друзья. И будем мы вместе с Татьяной Сэм хохотать вот так в демонической... Это... Ну ладно, вы там сами додумаете. Ну, да. Да, милые мои. Люблю я вас. Люблю я вас, люблю. Я целую. Милые мои. Это шуточка такая. Кстати, это юмор такой у меня. Подарючий юмор. Все, пока. Ой, ждите. Влог сплетника 66. В субботу. А на этом все. До новых встреч. Пока. Я и так много. Каждый день снимаю, снимаю. Делаю вам видео. Чун-чундры, чун-чундры. И делаю вам чих-пых. Господи, ладно, пока, милые мои, пока.